Ну что, дорогие, всем привет! С вами Илья Коренев, собственной персоной. Всех хочу поздравить с праздником Пасхи. Христос воскрес! Вот. Сейчас вы можете спросить, что я делаю в такой день. Я вам отвечу. Вообще сегодня у меня по тренировкам выходной, но в связи с тем, что у меня выпала смена рабочая на такой прекрасный день, вместо того, чтобы праздновать в кругу семьи, как все делают нормальные люди, я работаю. Вот. Чего никому не желаю. Поэтому решил совместить приятное с полезным. Раз уж время выдалось рабочее мне. И хожу, делаю кардио. Вот. Поэтому впереди еще у нас до 9 вечера рабочий день. Всем же, кто сейчас не работает, отмечает. Желаю хорошо провести этот день на позитиве. Вот, в кругу близких, родных. Хорошо посидеть за столом. Ну и не приходить в зал. Если вы сейчас посмотрите, зал у нас пустует. Один человек. Вот. Ну, в других помещениях там тоже не особо гладко. Никто, лишь избранные, скажем так, посещают сейчас залы. Везде, наверное, сейчас пустота. Вот. В общем, что хотелось бы еще сказать вам. Впереди у меня еще остался очень важный один старт. Это чемпионат Европы. Многие, возможно, этого не знали. Вот я с вами делюсь. Поэтому имейте в виду, следите, можете подписываться в Инстаграме, в Фейсбуке и ВКонтакте на мою страницу Илья Коренев. Буду стараться оповещать о всех своих действиях, о действиях сборной, когда мы будем за границей. Я думаю, будет на что посмотреть, с чего поржать, ну и за кого болеть и на кого смотреть. Всем хорошего дня. Пока.